Всем привет, друзья, серия А, еще один отличный поединочек на этих выходных. Это Ювентус против Аталанты. 22 числа в 22:45 состоится этот матч. Ну и, конечно же, как вы думаете, кто, Ювентус или Аталанта? Свои мысли пишите в комментариях. Ювентус-то у нас идет на 10 месте. На 10 месте идет Ювентус. Ну, для болельщиков это, конечно же, головная боль. 22 очка у Ювентуса. Что касается Аталанты, Аталанта идет на 5 месте. 34 очка. На Аталанту на букмекеры дают 3.25 на победу, на Ювентус дают 2.27. В последних матчах Ювентус обыграл Монцу со счетом 2-1, а матчем ранее уступил Наполи со счетом 5-1. Что касается Аталанты, Аталанта в последнем матче обыграла Специю со счетом 5-2, а матчем ранее разгромила, уничтожила Салернитану со счетом 8-2. Вот так вот, да, за два матча Аталанта забила 13 голов. Кто-то скажет, это не команда, да, Специи и Салернитана, но тем не менее, 13 голов за два матча забили. В своей последней очной встрече была у команд ничья. 1-1 завершилась игра. Да, конечно же, игра здесь будет очень, друзья, напряженной, грубой. Но, думаю, команды порадуют болельщиков голами. Первое, обе забьют за коэффициент 1.82. И второе, угловые в матче больше 8.5 за коэффициент 1.6. Вот такие две мысли. Все мысли пишите в комментах, подписывайтесь на каналчик. Пока.